74 школьника из Успенского отправились отдыхать в Крым. Каникулы в Международном молодежном центре устроила администрация сельского поселения. Владимир Гореев лично контролировал работу по отбору детского лагеря. В результате ребят ждут творческие и спортивные клубы, мастер-классы, полноценный спа-центр и бассейны. Ребята отправились на полуостров в минувшую пятницу. На море они проведут около трех недель. О своих впечатлениях школьники смогут рассказать 11 августа.